сейчас по ним вдарю. Пусть все видят, кто сильнее. Как ты понимаешь так, тогда и мы понимаешь так. А ну, огонь! За Россию! За Россию! За свободу! За свободу! За победу! За победу! За победу! За слезы наших матерей! Огонь! За огонь, я сказал! За победу! Все, все, нет, все, успокойся. Почему не стреляете? Гена, все. Эй, ты заполошный, кончай орать-то, а? Да он же контуженный, мужики, однозначно. Огонь! Огонь! Гена, все, не надо, Гена, успокойся. Вот заладил детям. Иди, что, пожарник, что ли, ё-моё? Такой сон испортил. Будто союзники второй фронт открыли, а я тушенку ем. Американскую, совершенно понятно. Не трави душу. Люди текут. Пока этот второй фронт откроется, мы тут все с голоду помрем, ё-моё. Огонь из всех калибров. Огня кричат, огня. Пришли с огнем. Сестра, тут человеку плохо. А кому сейчас, извините, хорошо? Кладите его на живот и спускайте под штанники. Нет! Я перед этими обнажаться отказываюсь. Да ладно, мы тебе и так все как облупленного знаем, ё-моё. И вообще, почему нас поместили в одну камеру? В смысле, в одну палату с представителями оккупационного режима? Я протестую и... Потому что война закончилась, и все вы теперь просто больные. Закончилась, говоришь, война? А кто победил? От российского информбюро, понимаешь? Дорогие, значит, россиянцы, а также их братья и сестры. Многолетняя война, сопровождавшаяся, как говорится, голодом и лишениями, а также уличными боями и психическими атаками, благополучно завершилась моей, понимаешь, окончательной и безоговорочной победой. Но отдельной части противника, конечно, еще оказывают сопротивление. Но это уже, как говорится, агония. Все, конец связи, все. Вы же давали слово. Все, сестренка, в последний раз, больше не буду. Пожалуйся к главврачу, и вас переведут в общую палату. Нет, только нет. Лучше поймаешь 5-литровый клестир, поставь, чем в общую. Не могу я их всех больше видеть. В смысле, в глаза смотреть, понимаешь? Мой друг Билли тянет змей со вторым фронтом. Да люди, которые день не евшие, понимаешь? Кстати, а в Вашингтон как звонить? Через восьмерку? Все. Ну, так бы сразу и сказала. А у нас в части случай был массовой контузии. Люди в строю стоят нормальные, а голосов нету. Хоть ты тресни, 60 человек, представляешь? Я на них ору. Куда ж вы, гады, голоса девали? А они молчат. Контузия. Ну и ладно, бог с ними, с голосами. Главное, личный состав сохранили. И да что, у нас почище было, ё-моё. Ну, окопались мы со Степановичем по полному профилю. Долговременная огневая точка. Хоть всю жизнь сиди, и на тебе. Своя ж артиллерия и шарахнул, ё-моё, из главного калибра. Ты понял, что там было, ё-моё? Ну, ничего. Я еще с этим артиллеристом-то разберусь. Пусть только руки сперва отрастут. Отрастут они при такой кормежке. Как же, жди. Мужики, про еду ни слова. Лучше уж про секс, чтоб он пропал. Кстати, о сексе. Сестренка, а вон те двое, которых ночью привезли, кто такие? Почему они в одной постели лежат? Они у нас зарегистрированы, как один больной, под именем 2 бойца.
храпите вы, Борис Абрамович. Просто спать невозможно. А вы, Анатолий Борисович, зубами во сне скрипите. Ну я же молчу. Вот и молчите. А вы мне не указывайте, что делать. У меня, слава богу, своя голова на плечах. На плече, в смысле. Я с ними в одной части был. Они завсегда вместе. Прям как братья, ё-моё. А потом не поделили что-то. Или затмение какое нашло. И давай друг подружке шмалять из всех видов оружия, ё-моё. А почему их вместе забинтовали? Да разве ж после такой мясорубки разберешь, где чьи органы-то? Ну где уж этот второй фронт? Ой, очень кушать хочется. Ой. Да вы, Борис Абрамович, и так уже столько проглотили. Дай бог все переварить. А вам что? Завидно, да? Завидно? Не-не-не-не-не-не. Почему же завидно? У нас теперь с вами все общее. О, а это кто такой? Это новенький, Кириенко. Сильные кровотечения из носа и ушей. По-научному, кессонной болезни. Слишком быстро всплыл, совершенно понятно. Приказ Верховного Главного Командующего. Опять? В честь Дня Победы приказываю выплатить героическим труженикам тыла и пенсионерам зарплаты и пенсии за 2 первых месяца войны. Ура! Все, конец связи, поймайте. Но я больше не буду. Ну, больше я не буду. Ай! Вот ты, значит, какой, Кириенко. Ну зачем же так человека мучить, а? Или уж перекройте, или оставьте в покое, одно из двух. Да правда, кончай ты его, он все равно долго не протянет. Вот, артист к вам приехал. Ему опять визу не дают, так он по госпиталям с концертами ездит. Какие концерты? У нас нет денег на культуру. Ты что, земляк, с фронтовиков деньги брать западло. Мне, пожалуйста, только первое, второе и компот. Ну, компота можно 2. Ты что, издеваешься, гад? Ну-ка, держите меня, держите мои руки. Может, тебе еще и какао с мясом, гад? Держите меня! У нас тут у самих, как говорится, кишка на кишку протокол пишет о намерениях. О чем базар? Я могу и в кредит спеть. О, другое дело. Кредиты мы уважаем. Их когда еще отдавать? Тогда пой, сынок. Что это? Союзничек жратву привез однозначно. Уйди отсюда, уйди, я сказал, уйди отсюда. Руководителем фракции без очереди. А ты куда прешься, лишенец? А я, знаете ли, за 2 беру. Да, да, за 2. За себя и за того парня. Он хоть и худой, но очень прожорливый. Братцы, братцы, ведите себя с достоинством. Вы же русские люди. Дайте пройти, сволочи. Внимание, господа. Этот странж мне давать вам на 3 условия. Первое. Вы прекращаете кушать друг дружка. А я протестую. Это вмешательство во внутренние дела. Ну, это можно. Мы же все-таки не людоеды какие, слава тебе, Господи. А второе условие. Мыть руки перед едой. Товарищ, у нас другой этикет. Да ладно, соглашайтесь. Жрать очень хочется, ё-моё. Да у нас, понимаешь, перебои с водой бывают. Но, в принципе, конечно, можно и мыть. И последнее условие. После еда, пожалуйста, говорить спасибо. Спасибо за внимание. А вот это унизительно. Нет, это действительно слишком. Это прямо большевизм какой-то. На духовные традиции посягайте.
народ в рабов хотите превратить? Оккупанты, фашисты, враги человечества! Держите меня! Держите меня! Жрать давайте, Макдональдс! Похоже, сварился. Да. Неудобно, понимаешь, вышло. А с другой стороны, он же нам друг дружку есть не велел, а про себя-то ничего не сказал. И вообще, слишком много условий, понимаешь. Мы сами, как говорится, знаем, как нам кушать и кого. И никто нам, понимаешь, не указ. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Понимаю, правильно. Я другой, такой страны не знаю, где так больно я лишь человек. Вы не потом умеете, но она лицензия, там сами вам не вернут, она лицензия, 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 она лицензия,